Сегодня у нас матч Рони О'Салливана и Люки Бреселя. English Open 2021 года. Отличный дальний удар от Рони О'Салливана. Позволяет ему начать атаку в стартовом фрейме четвертьфинального матча. Как я сказал, это English Open 2021 года. Сейчас будет подбой. Ну, с таким подбоем придется делать еще один, скорее всего. Так как позиция все равно закрытая. Не получился выход уроним. И придется отыгрываться. Как мы видим, допустил еще одну ошибку. Вернее, не еще одну, а первую ошибку. Допустил Люка Бреселя и Рони. Начиная свою вторую атаку. Позиция уже попроще предыдущей. Ну и как мы видим, уже тут ничего сложного нет. 1-0 будет в пользу Рони. Неплохая разогревочка на старте матча. Очень это бывает полезным. Отличный первый фрейм в исполнении Рони. Ну, а во втором фрейме предпринял атаку атаки Бреселя по отыгрышу. Не забил, но ничего страшного нет. One.
Просто черный пошел Ронни, но забил. Продолжает атаку. Возможно, сейчас будет опять сплит. За два фрейма это уже четвертый подбой от Рони. Попеременный успех у него. 51. Состоялся выход. И есть продолжение. В первом фрейме был подход у Рони, отыгрался. Во втором фрейме ситуация похожая, но посмотрим, как еще будет. Вдруг Брессель начнет атаку, либо Рони закончит фрейм. Пока что отыгрывается. Плохой отыгрыш. Но так получается, что фрейм под номером 2 заканчивается, как и первый. Но сам Рони тут очень хорошо играет.
А Брюссель пока ничего не может противопоставить ему. Повторить. Такая вот игра. Right, 41. 100.